что ж, финишная прямая. Сегодня уже установили борта. Пошла заморозка льда. Осталось совсем чуть-чуть. И Яна, я тебе хочу сказать, ты держишь свои обещания, держишь у себя свое слово. Ты как мой главный прораб стройки. Ты выполняешь свои все обещания. 3 ноября на мой день рождения я буду кататься. Я буду кататься, пробовать первых качество льда. Пока еще не особо качество. Пока нет, конечно, идет заморозка, естественно, это нормальный процесс, обычный процесс. А внутри как будет красиво. Так что, Женя, мечты сбываются.